Наш удивительный вечер продолжается. Сегодня мы стали свидетелями и слушателями одного сольного выступления совсем маленькой девочки, ученица 3 класса. И совсем скоро выйдет на сцену Иван Попов, ученик 4 класса фортепианного отделения детской музыкальной школы имени Дмитрия Шостаковича. Это так же, как у Лены, у него первый концерт в жизни, сольный концерт. Сами понимаете, что это очень важное событие в его жизни. Ну, я хочу сказать, рассказать о Ване. За годы учебы Иван проявил себя как разносторонняя творческая личность. У него огромный интерес к музыке. Он с большим желанием и упорством осваивает свой любимый музыкальный инструмент – фортепиано. С первого же дня обучения в нашей школе Ваня с удовольствием выступает на разных концертных площадках нашего города, в библиотеках, в Доме ветеранов, в областной филармонии и, конечно же, у нас на учебных концертах фортепианного отделения. Во всей мировой музыкальной литературе для клавира не найдется сочинений, которые исполнялись бы так часто, как музыка Иоганна Себастьяна Баха. Ее играют и начинающие музыканты, и крупные мастера. Бах, обучая своих сыновей игре на клавире, сочинил для них и венции, и маленькие прелюдии и фуги. Именно эти произведения, по мнению Баха, помогали освоить игру на инструменте в XVIII веке и овладеть строгим полифоническим стилем. С инвенции Баха Иван и начнет свое сольное выступление. Иоганн Себастьян Бах. Инвенция о мажоре. Там у него тоже турниры, победы. Он очень увлечен этим делом. С удовольствием занимается настольным теннисом в свободное время. Как все мальчишки, играет в футбол. И, конечно, со своими замечательными молодыми и спортивными родителями у них еще одна страсть есть. Это горные лыжи. С 3,5 лет Ваня стоит на лыжах. И осваивают каждый год, они ездят, я знаю, на горные курорты, на лыжные курорты. И он осваивает все более и более сложные трассы. И вот в этом году я уже знаю, что он освоил трассу выше категории сложности, так называемую черную трассу. С черной трассой в этом году съезжал. Вот такой замечательный парень. И порой я просто удивляюсь и поражаюсь, где он находит время для занятий всеми этими любимыми своими делами. В музыкальной школе Иван осваивает сложные программы. Одним из любимых его композиторов является Йозеф Гайдн.
И сейчас мы услышим соната австрийского композитора и классика Йозефа Гайдна «Ре мажор». Звучит первая часть. Исполняются сегодня впервые.
Но больше всего Ивану нравится исполнять музыку русских композиторов, музыку композиторов своей страны. Александр Бичининов. «Русская пляска». Thank you.
регионального конкурса юных пианистов, посвященного 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского в городе Калининграде. А вот 2016 год – знаменательный год в истории музыки. Он также знаменательный и для нашей школы. В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения великого русского композитора 20-го столетия Дмитрия Шостаковича, имя которого носит наша школа. Творчество Шостаковича – исключительное явление искусства 20 века, одно из самых ярких, страстных человеческих проявлений русского музыкального гения. В 2016 году состоялся фестиваль «Дни музыки» Шостаковича в Калининграде. Его проводит наша школа. Программа фестиваля включала в себя 7-й международный конкурс юных пианистов имени Шостаковича, концерты учащихся и творческих коллективов детской музыкальной школы Шостаковича и наших приглашенных друзей. Иван стал лауреатом первой степени на этом конкурсе. И, конечно, в сегодняшнем фортепианном вечере мы не можем обойтись без музыки Шостаковича. И я сейчас объявляю эти произведения. Дмитрий Шостакович. Прелюдия номер 2 «Фадес мажор» и прелюдия номер 13 «Ля минор». Исполняет Попов Иван. Пьесы и романсы являются вершинами музыки второй половины
XIX века. Сегодня в исполнении Ивана прозвучит импровизация на тему народных норвежских песен. Thank you.
сказали, да? Ну и только словами я сейчас пожелаю. Пожелаю дорогим нашим детям, замечательным, талантливым, большим-большим трудникам, дальнейших успехов в творчестве, всего самого наилучшего, чтобы им покорились все сцены мира. Это все, что я могу сказать.